Всем привет! Меня зовут Антон, вы на канале Candy Board, и сегодня я вам расскажу о нашей модели Candy 22 дюйма. Собственно, сама доска. В чем ее плюсы? Она компактная, она крепкая и она яркая. Именно поэтому это самая популярная доска в нашем магазине. Дека имеет длину 56 см, ширину приблизительно 15 см и изготовлена из прочного АБС пластика, который выдерживает нагрузку до 100 кг. А это означает, что он подойдет как для ребенка, так и для взрослого райдера. Теперь касательно подвески. Ширина ее составляет 3,25 дюйма, изготовлена она из алюминия и имеет качественный мягкий бушинг, который хорошо себя ведет как при резких поворотах, так и стабилен на скорости. Теперь про колеса. Колеса здесь 60 мм, жесткостью 78А. Достаточно хороши для наших дорог, поскольку мягкие и довольно большие. На наших пеннибордах используются высококачественные подшипники из нержавеющей стали ABX7. Также они имеют съемный пыльник, что позволяет легко их разбирать, смазывать, чистить и продлевает срок его эксплуатации в разы. В заключении могу сказать, что этот скейтборд идеально подходит для юных начинающих скейтбордистов, потому что благодаря своим небольшим размерам на нем легко осваивать базовые техники разгона, повороты и торможения. А опытным райдерам он подарит много новых ощущений благодаря своей компактности и маневренности. Спасибо, что посмотрели это видео. Благодарим за предоставленное место в пространство Red Sox United. Всем спасибо. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал. Всем peace.